Да, Валерий Константинович, нужно сделать срочно фильм «Только на вас одна надежда». Потому что таких людей, наверное, много, которые вот умудряются вот так вот сделать, да, заказать в Крыму в ноябре месяце в Ленинградскую область персики. Их сажают. Ну вот, заказывать нужно, я думаю, только у вас, зимостойкие. Что мы, в принципе, лично мы и делаем. Косточки ваши многочисленные лежат на сертификацию, вернее, будут заложены. Саженцы у вас все должны покупать, потому что вот это все юг, и все это, мне кажется, скорее всего, накроется. Как и накрывается все южное вообще везде. Поэтому ваш фильм будет очень кстати. Спасибо вам огромное, крепкого-крепкого здоровья. Мы вас очень любим, вы наш кумир. 120 лет жизни вам желаю от души. Будем смотреть ваши фильмы на Ютубе.